Всем привет! Вы смотрите канал Анапа Курорт Инфо. Сегодня в Анапе 22 декабря 2018 года. Я предлагаю вам прогуляться вместе со мной по всему центральному пляжу. Начиная от района, там центральный пляж соседствует с центральной набережной, и до речки Анапки. Пойдемте. Сегодня на море легкий прибой. Пасмурная погода в Анапе. Вот это выход. Центральный парк. Развлечение аттракционов. Конкретно на центральную аллею от парка. Декабря. Сегодня суббота, выходной день, тем более, я так понимаю, для многих уже предпраздничный. По центральному пляжу гуляют люди, сидят на лавочках, которые выставили на время межсезонья на пляже. Лавочек всего штук 5-6 на всю территорию пляжа. Ну и гулять по пляжу сегодня достаточно комфортно. Ветра считайте, что нет, ну там может быть 1 метр в секунду, максимум 2 метра в секунду. И температура воздуха для декабря, для южной зимы анапской, вполне приемлемая. Кто хочет узнать именно погодные данные, какой прогноз ожидается, смотрите погодное видео. Ссылка на него есть в этом видео. А это у нас прогулка по пляжу. От начала до конца центрального пляжа. Кстати, я вижу, что сегодня вышли в море спортсмены-яхтсмены на своих спортивных яхтах небольших. Может быть, когда мы подойдем к речке Анапки и к яхт-клубу, мы увидим их вблизи, но может быть. Так-то они все уже в море вышли. Если кто-нибудь из вас был в Анапе на новогодние праздники, напишите в комментариях, как вам понравилось быть в Анапе вот на новогодние праздники. Может быть, не понравилось. Интересно знать ваше мнение. А если кто-то из вас еще не был в Анапе на новогодние праздники,
и хотел бы побывать. Напишите, пожалуйста, чего бы вы ожидали от такого приезда в Анапу на новогодние праздники. Ну, на начало января, на несколько дней. Допустим, если бы у вас был шанс приехать отдохнуть несколько дней в январской праздничной новогодней Анапе. Ну вот, например, один явный плюс такого приезда я уже вижу. Это, конечно же, прогулки вдоль моря. Дышать морским воздухом очень полезно. Даже если вы живете далеко от моря, если рядом с вами нет никакого моря, ни черного, ни какого-либо другого, то время от времени, я полагаю, имеет смысл приезжать. Но летом это будет или зимой, конечно, вам решать. Однозначно многие люди выбирают летний период для отдыха в Анапе, потому что, конечно же, можно купаться и загорать. Кстати, напишите, что для вас важнее, загар или купание? А может быть, и то, и другое для вас важно в равной степени. Вот мне всю жизнь больше нравилось купаться, нежели загорать. То есть к загару на пляже я всегда относился как к такому второстепенному, как ко второстепенной пользе. И всегда считал то, что я вот хватает того загара, когда я прихожу на пляж, захожу в воду, плаваю, купаюсь, потом тело высыхает, волосы высыхают, сидишь, наслаждаешься созерцанием моря после купания. И я всегда считал, что такого загара вполне достаточно. Хотя, конечно, я понимаю, что многие люди предпочитают достаточно серьезно загорать в Анапе. Ну и я напомню то, что, может быть, кто-то забыл, хоть я и сам и не особый любитель загара, как я уже сказал, но загорать лучше не в полдень летом, а вот в утренние часы, когда утро переходит в день до 11 часов дня, и в вечерние часы, когда день летний переходит в вечер. То есть это примерно, ну, как минимум с 3 часов дня. Так-то. Ну а пока что мы подходим к причалу центрального пляжа. Кстати, кто еще не смотрел, мне удалось классно погулять в районе центрального пляжа, и я заходил на причал. Это было 20 декабря, солнечный день. Кто еще не смотрел это видео, предлагаю вам посмотреть. Потому что солнечная погода создает немного иное настроение во время прогулок по Анапе, в частности по пляжу вдоль моря. Но сегодня тоже классно. Этот приятный, ласкающий уши звук прибоя. Созерцание спокойного, мощного моря.
И прогулка сама по себе вдоль моря очень хорошо успокаивает, одновременно бодрит, ну, по крайней мере, меня. И такое впечатление, что море в пасмурную погоду, даже в пасмурную погоду, дарит всем свой позитив морской, особый морской позитив. Ну и, кстати, может быть, есть среди вас и те, кто подумывает о переезде в Анапу на постоянное место жительства. В таком случае я могу предложить вам посетить форум «Город на пару». Ссылка есть в описании к этому видео. На этом форуме подробно представлены новостройки, все актуальные новостройки курорта Анапа. И вот там есть представители, официальные представители застройщиков различных жилых комплексов в Анапе. Заходите, выбирайте. А также там люди общаются на актуальные по многим вопросам переезда в Анапу на постоянное место жительства темы. Как перевести вещи, какова последовательность действий, и что сначала нужно делать. Приехать 1-2 раза в Анапу в разное время года, посмотреть, каково она, подойдет или нет вам климат Анапы для проживания. Понравится ли вам инфраструктура, которую предоставляет Анапа. Или же вы уже увидели, что в Анапе хорошо, в частности летом, вы устали там от морозов, и что сначала делать нужно? Приезжать, выбирать в Анапе жилье, либо выставлять на продажу свое жилье в вашем городе. Вот такие подобные вопросы обсуждаются на этом форуме, который является огромным кладезем полезной информации по теме недвижимости в Анапе. Ну вот мы с вами подошли к яхт-клубу имени адмирала Ушакова. Вот он такой разноцветный. Все их смены вышли в море. Отсюда нам их почти не видно. Вот только вот эти вспомогательные приспособления, оставленные у кромки воды, говорят о том, что яхтсмены сегодня в море. Ну и, конечно же, спасательная лодка моторная, на всякий случай. Ну и вот морской прибой ежедневно меняет рельеф песка. Если еще позавчера здесь была коса узкая, достаточно узкая, то сегодня коса пошире, но на нее же вода вот так затекает в легкую из-за прибоя. Ну а вот речка Анапка. Я, кстати, в одном из декабрьских видео мы с Натальей гуляли, и я измерял температуру воды. Ну вот в этом месте, в районе, там, где Анапка впадает в море. Температура воды у Анапки всего плюс 2 градуса. Вот если, допустим, температура морской воды сейчас плюс 8, плюс 9 градусов, то температура вот этой речной воды всего плюс 2 градуса. Ну что, друзья,
Мы с вами прогулялись сегодня, 22 декабря 2018 года, по всему центральному пляжу Анапы. Делитесь этим видео с друзьями и родственниками в социальных сетях. Пишите комментарии, ставьте лайки этому видео. Если вы считаете целесообразным, подписывайтесь на канал Анапа Курорт Инфо. Желаю вам успехов во всех ваших добрых делах и начинаниях. С вами был Максим. До новых встреч. Пока.